Больных COVID-19 в Казахстане становится все больше. На данный момент вирусу 1290 человек. 16 летальных исходов. Первая смерть произошла в Костанайской области. В Житикаре от полисемантичной пневмонии скончался 75-летний мужчина. Его родственники утверждают, что врачи скорой помощи не заметили у пациента симптомов вируса и госпитализировали его только по их настоянию. А позднее, после подтверждения, мужчине и его супруге после 8 часов не оказывали помощь. У них не было ни бокса, ни вот этих, я так думаю, что аппаратов, или они побоялись зайти к ним, чтобы поставить этот аппарат, чтобы дышать они могли. Они до того истощены были, получается, что утром, ночью, когда их в час увезли, потом подключили на аппарат, уже дед, он не мог в него дышать, в этот аппарат. Он не мог. У него упало давление 140 уже. В 7 утра, когда я звонила, мама говорит, у него упало давление, говорит, он вообще уже не разговаривает, ничего уже вообще. По словам родных скончавшегося мужчины, они не знают, как произошло заражение. С 25 марта пожилые люди находились в изоляции. К ним иногда приходили дети. До этого времени жена заболевшего работала на рынке, но явные признаки недомогания появились только 7 апреля. Они также посещали семейное мероприятие в Нур-Султане, однако это было еще в начале марта. Родные обеспокоены тем, что в региональных больницах не готовы к приему таких пациентов. По информации главного санврача региона, мужчина не обращался в больницу и занимался самолечением. Круг контактных сейчас устанавливается.